95-летний юбилей отметила 20 июля старейшая жительница Заинска Мария Кожевникова. По традиции от имени президента республики, руководства района, ее поздравил глава Заинска муниципального района Разиф Каримов. Хотел бы от себя лично, от совета, от администрации, исполкома поздравить вас с юбилеем. Прекрасный юбилей. Спасибо. И самое главное, она очень хорошо выглядит. И Мария Ильинична, вот как принято юбилеев от президент Российской Федерации, вам поздравительная телеграмма. Мария Ильинична родилась 95 лет назад в деревне Николенко Оренбургской области. Когда началась война, ей было всего 17, но сумела создать передовую в области бригаду трактористок. В 1953 году приехала в Заинск, где 17 лет трудилась на Заинской ГРЭС, откуда и ушла на заслуженный отдых. Цветы и подарки вручили ей и от родной электростанции. Огромные слова благодарности за ваш труд. Большое за те спасибо. Годы, которые вы проработали на станции, большое за тот спасибо. Опыт, который вы передали большое нынешнему спасибо. Поколению, просил передать пожелания крепкого здоровья, долголетия. Родное предприятие вспоминает каждый день. Уже 40 лет на пенсии, а трудовые будни навевают теплые воспоминания. Хочу вот посмотреть. Всех спрашиваю, кто придет, как блоки работают. У нас сосед по огороду. Он начальник смены, как раньше назывались, а дежурный инженер по станции. Говорю, Артем, сколько блоков работает? А тебе, ну, расскажет. Ну вот я так интересуюсь, я все время. Все время, каждую ночь вспоминаю. Сегодня Мария Ильинична живет вдвоем с дочерью, радует внука, трое правнуков. Говорит, скоро должны приехать в гости правнучата-двойняшки. По-прежнему старается вести активный образ жизни, только сейчас по болезни не может выходить в любимый двор. А новости узнает на любимом телевизионном канале. Самая отличительная черта у меня у мамы – это трудолюбие и скромность. Ее уважали и на ГРЭСе, и мы живем в этом доме уже 51 год, и соседи ее все любят и уважают. Всегда она смотрит новости, Татарстан Эфир 24, любит этот канал. Конечно же, не обошлось и без домашнего концерта. Артисты Дворца культуры «Энергетик» подарили юбилярше задушевные песни военных лет. Как памятный вечер, падал платочек твой свеч. Ты говорила и обещала синий платочек сберечь. Елена Маврина, Игорь Майоров. Новости Татарстана.